Совсем скоро жители нашей страны будут отмечать один из любимых многими праздник – Международный женский день. По традиции 8 марта принято поздравлять прекрасную половину человечества. Девочкам, девушкам, женщинам и бабушкам говорят много теплых слов. И, конечно же, дарят подарки. По статистике, самыми популярными из них являются цветы, духи и драгоценные украшения. Однако этот список может быть расширен не менее оригинальными и ценными презентами. О том, где в Твери можно купить подарки для жен, мам или сестер, материале нашего корреспондента. До первого весеннего праздника остаются считанные дни. Предпраздничная суета этой недели в основном охватывает мужскую часть жителей нашего города. Ведь им нужно успеть купить подарки, при этом важно ни про кого не забыть и верно подобрать презент. Кто-то намерен 8 марта вручать бытовую технику, кто-то сделал выбор в пользу духов или косметики, ну а кто-то будет дарить абонемент, например, в фитнес-центр. Вариантов подарков к женскому дню может быть бесчисленное множество, а это мы выяснили в ходе опроса, проведенного на улицах Твери. Какой подарок готовите и кому? Что собираетесь дарить вообще? Женщины любят цветы, наверное, да. И подарки своими руками сейчас тоже актуальны очень. Поэтому маме, конечно, цветы. Ну и чтобы все хорошо себя вел, наверное. Цветочки. Цветы. Золото, да, внимание. Духи, самое главное. Самое главное – внимание. Больше ничего не нужно. А там подарок – это как бы это, ну, такое обыденное. Угу. Главное внимание, любовь, больше ничего забота. И не надо. Забота. Да. Забота. Самое главное, близких, забота женщин. О детях. Что дарите, что планируете дарить? Ничего. Почему? А потому что у меня жизнь интересная. Девушке я собираюсь дарить цветы и плед, так как она зимой постоянно мерзнет. Вот. Есть еще сестра, сестре я хочу подарить часы. Дочке деньги там. Деньги? Да. А может, ну, ребенку лучше знать, что ей надо. Давайте с этого начнем. Согласен. Мало ли, я же не знаю, что и там низ вверх, или там духи, парфюм. Откуда я знаю? Пусть сама выбирает, сама будет решать. Ну да, скажу, доченька, пару штук хватит, хватит. Ну, лучше подарок, мне кажется, это сделано своими руками, как бы проявить внимание в этот день, указать, как бы выразить свои благодарности за этот день, то, что, ну, действительно есть такой прекрасный народ, женщина. Однако, если вы хотите порадовать представительницу прекрасной половины человечества действительно чем-то особенным, загляните в магазин индийских специй, что на бульваре Радищева, 33. Здесь представлен широкий выбор товаров из Индии, славящийся своим колоритом и экзотикой. Особой гордостью нашего магазина является продукция торговой марки «Амил». Это собственное производство в Индии продуктов высочайшего качества. Среди них крупный и средний листовой, а также гранулированный чай, огромный выбор специй, среди которых цейлонская корица в палочках или порошком, кориандр, шафран и, конечно же, куркума. Разумеется, нельзя не сказать о традиционном индийском рисе басмати, кокосовом и миндальном маслах, а также масле дерева ши. А по соседству со всем этим продукция по уходу за собой, например, натуральные шампуни, не имеющие в составе сульфатов. Хорошим подарком к 8 марта могут стать кремы и масла для лица с крабы и пенки для умывания. Кроме того, в магазине представлен огромный выбор краски для волос. А еще сладости и крупы, соусы и сиропы, пасты, розовая и мятная вода. Магазин «Индийские специи» работает по адресу бульвар Радищева, 33, ежедневно с 9 утра до 8 вечера. Еще одно место в Твери, где можно приобрести оригинальные и ценные подарки – магазин «Богемия». Здесь представлены изделия из стекла, хрусталя и фарфора. Особую гордость здешнего ассортимента представляет семикаракорская керамика. Эта продукция эстетична и одновременно функциональна, представлена разнообразным ассортиментом, который постоянно расширяется и обновляется. Каждый элемент – уникальная ручная работа от лучших российских мастеров. Все это может стать отличным подарком на грядущий праздник – и украсить любой дом или квартиру. Разумеется, большой популярностью у гостей магазина пользуются богемское стекло, хрусталь и фарфор. Чешская посуда знаменита на весь мир. Вазы для цветов и тарелки, бокалы и стаканы, чайные сервизы и другие предметы сервировки. Все это вы сможете найти в магазине «Богемия». А еще изделия гусевского хрустального завода, костяной фарфор, гжель, ароматизированные свечи и другие изделия, которые украсят ваш дом и наполнят его теплотой и уютом. Магазин «Богемия» работает по адресу проспект Победы, 14.